сука, нормал, что нынешний. Еб твою мать. Бревно за 40 гривен. Бревно! Когда Пасха у нас? Завтра? Да. Или сегодня? А короче, хрен с ней. Короче, вышли погонять сегодня на турничке. Дома скучно, погода херенная, вообще с малявкой, она где-то там бегает. Ну, не суть. Сегодня мы попотягаемся немножко, покачаемся. Вон твой брат идет. Малый тут, короче, пацки. Тут собачку сходит. С узлом жестким. Где ты очки дел мои, алло? Давай 10 по 10. Я тоже. Ева. Куда ты текаешь? Что вы от меня все текаете? Штука страшная. Короче, поехали, потянем. Не тяжело что? Мне тоже тяжко. Для меня это очень тяжело. Давненько не занимался. Какая штука есть? Не совсем для кошки. На! Что, я буду с ней таскаться тебе? Такие выходные у нас активные. Бэм! Я сотрел, градусов 16 было. Да нет, сегодня. Да, 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 16 градусов. На солнце где-то 19, я думаю. Не шум так вышел. Потому что все постирано. Мне прохладненько немного. Но если заниматься нормально. Валера у нас круглый год в форме, ночью и днем. Ева, ты что застряла? Давай делай. Ходит. Ниже, сука, ниже. Ниже, сука. Опускай ниже это дерьмо. Повесил, как он там, повесил мину на жопу. Тяни, щекотун. Повесил мину на жопу. Взорвись, в щекотун. Хороший мужик, реально. Я пытаюсь снимать, когда ветер не дует, понял? Вот сейчас начинает дуть, микрофон жестко задувает на видео, вообще просто. О, ветерок. Прекращай съемочку. Что, будешь снимать? Да. Что, уже снимаешь? Пацаны пришли бревно покупать. Так что, блядь, купить бревно для площадки, блядь, тяжелее, чем, блядь, купить водку. Ну да. Не, ну, может, ничего не возьмут с нас. Блядь, за что нас брать, блядь? За бревно какое-то законченное? Ну, для дела, блядь, они... Да. Они, кстати, более бесплатно спилили в парке старые деревья просто и поставляли здесь колоды, блядь, и все. Никому эти колоды, блядь, не нужны. А мы же для спорта, блядь, мы для чего? Не ёб на кого-то колоды. Хорошо. Ну, мы с этой стороны. Мы с этой стороны обойдем. Да, да. Да, сейчас. Мы, короче, хотим во дворе сделать грушу, нам надо бревно. Ну, это я потом саму схему вам покажу. Сейчас мы, это больше, чем 2 метра, да? Сейчас, да, посмотрим. Она должна примерно, ну, не знаю, ну, 3 максимум. На головы 2 тебя должны быть больше быть. Ну, сейчас посмотрим. Нам колёс-то хватит, шин, блядь? А вот... Колёс нам хватит, хватит, все в районы разбросаны. Высота колоды. Мы же должны докопать домой, чтобы она стояла, чтобы её бить, она не завалилась. Сейчас посмотрим. Не, ну, не завалилась. Она тяжёлая. Там еще ж камни будем кидать. Ну, блядь. Приобрели мы бревно. Труба сейчас тащить столько, я охерею. Я снял вещи, чтобы не выпачкаться. То я не думал, что мы сейчас прям найдем бревно. Да подожди, нахуй, Валера на кофту. Блин, нам еще-то идти столько. А куда нам положить его? Куда мы сейчас его положим? Вот там возле турника, и ты пойдешь за лопатой. А я пойду, наверное, не знаю, перейдену зря. Захотя я копать будем. Ну я, наверное, надо же там долбить придется тут. Там твердый песок. Ну штык, блядь, лопата. Сейчас, короче, разберемся. 40 рублей колода стоит. Ой, блядь, тут нахуй муравьев уебал, таракана. Ты хоть ломаешься, сука. Потому что оно давит, понял? Ой, блядь.
пошли. Свин, смотри, не покалечь, нахуй. Твоя мама потом убьет нас. За что, блядь? Чтобы мы покалечили сына, блядь. Ебай. Ты давай, подожди, ну. Калюни, сука. Вот калюни, нахуй. Понесли мы колоду. Ты снимаешь? Да. Где она должна мигать? Ну ты нажал же кнопку? Yes, yes, yes. Alright. Витя, блядь, неси ровно, заебал. Так, я и несу ровно. Там, блядь, у тебя шатают, блядь, в разные стороны. Сейчас нам бабульки и с Дошей мы раскопаем детскую площадку. Это наша площадка, пошли в жопу. Наркоманы копают площадку, да? Да, если там сидели наркоманы и бухали, то наркоманили. Ничего, ничего, блядь, не сказала. Как мы сейчас начнем делать площадку, блядь, все будут выебываться. Какого хуя перекапываете, блядь, там? И так дальше. Я вижу, Валера немного рука сломалась. Свин, сука, богатырь ебаный, 100-килограммовая хуйня. Давай, заходи, давай понесешь. Давайте. Че, так мало? Внутри закона. Ой, блин. Так с тобой будем нести? Бревно за 40 гривен. Да, я тебе говорю, как штаны. Твою мать, за 40 гривен штаны, блядь. Блядь, ёб твою мать. Бревно за 40 гривен. Бревно. Тарабанить его сколько еще надо? Не, ну в принципе тут осталось метров 100, блин. 3, блядь, 100. Блядь, 300, нахуй. Да не. Так сколько протащили уже? Пол КМ, нахуй, еще ещё, блядь. Раскопается. Теперь мы будем копать яму. Давай только так надо поэнергичнее. Подожди, а как? Надо пошире, наверное, да? Ну конечно. Если далеко не раскидывай, чтобы потом копнуть нахуй. Если честно, я не думал, что оно так будет. Ну, херово вообще копаться. Оно еще дальше будет херово копаться. Да нечего. Я правда не знаю, как мы это теперь будем. А яму нереально пробить, блин. Какой-то щебень конченно мешает. Сейчас будем искать другое место. Что получается? Они идёт нам, как. Короче, лайфхак, как развлечь детей во дворе. Принесите им бревно. Смотри, они тупо все реально стали. Они нам помогают, понял? Они нам сейчас притащат как раз. Что, сильно? Оно сильно видно, Турин. Наклонись, наклонись с ним на раком. Ух, ебать. Сука, нормал штаны. Это пипец. Как печально. Да сейчас я тогда пойду домой, вы это... Да нахуй, не особо видно, если ты так ровно стоишь, но не видно. А если так вот наклоняешься, конечно, очко видно. Как они ворвались? Типа не порван, короче. Реально, за один день уже столько приколов не снимали. У меня вентиляция такая, отвечаю, сейчас жёстко. Я сейчас и переодену, короче, футболку. Я подумал, что ты ногой в колоду ударился. Нет. С ним подумал, что ты пёрнул. В итоге оказалось, что это уже порвали. Так я такой наклоняюсь. И такой нормальный звукан. А потом оттяжка была или что? Да. Да уж, нормально ты. Бомбанул очко. Я еще в таком бомжатском виде, реально, все пора. Ну это пой. Абсолютно насрать. Ой, занимаемся делом, так что все равно. Витек роет. Нифига ты там выкопал. Ну что делаем? Спасибо. Ну, а ну, красава. Кинь лопату. Кинь лопату. Не, в смысле туда. По эту метку уже смотри. Давай еще немного. Да не, давай колоду ставить. Да не, еще немного, Жек. Понял, мы ее еще вообще будем кидать, она сейчас по-любому раз это зароется половина, понял, что такое? Можно воды? Да, надо. Нельзя, блядь! Конечно. Мог и не спрашивать. Вынесли воду, блядь, мы да, не давали. Специально. Да, блядь, не, ну, друг, блядь. Шо, блядь, друг, нахуй, всю жизнь дружим вместе, нахуй, воду, блядь, не дать. Ну, сука, волонь, нахуй.
Опять-то что это будет? Я ее это еще расширил. Ну там и видим. По бокам. Ты что это будет? Говорит, круша нахуй, то заебись, говорит. Да, нормально. Мама, кстати, охуенная, на садике работала. Да? Да. Кем? Вот это музыки, понял, праздники всякие, шмязники там. А, типа, понял? Тамада или как это? Да. Не, я понял, что это. Организатор какой-то. Да, типа того, ну охуенно. Организатор праздников, типа. Да-да-да, есть такая херня. Она охуенная. Это мы охеренно сейчас выкопаем, тут площадку сделаем, слышишь, нифига себе. Какую-то хрень по программе Дедушки Мороза видел? Там типа тоже они тренируются на таких площадках, все с покрышек сделано, короче. Тема. Так тут дети, блин, хоть будут видеть, как, чем надо заниматься. Будем показывать хороший пример. А не то, что тут в этом дворе вечно у нас бухают, курят, как обычно. Не, ну тебе дебилы уже поздыхали вроде, да? Это самый конченый двор раньше был. Мы вот боялись сюда заходить, малые. Тут такие конченые, блядь. Заходишь, я, блядь, педарду, блядь, за шиворот кидаю, да. Сигареты, блядь, на голову. Так тушу, это блядь. Дело в том, что это делают старшаки. Ну, взрослые. Нам было тогда лет по 12. Там делали такой херней по 18. Там малыши повторяли, нахуй. Да, такие конченые тут росли. Ты что? У нас во дворе старшаки, блядь, заебись, блядь. Да. А тут заходишь, это... я в этот двор боялся. Я, блядь, ходить. Мишек терминатору подхожу, дай 2 рубля, отдал 2 рубля, нахуй спокойно. Да, блядь. Да, да. А, мороженое, блядь, мне нахуй. У нас были нормальные чуваки. Рак подходит, говорит, кого напиздить, нахуй? Никого, блядь. Да, да, ебать, меня, нахуй. Говорю, блядь, иди нахуй свинья отпиздить. Да не ж прикалывается это. Да, учили плохого у нас. Было дело. Я перестал. Что ты? Судя по лопате, ну не знаю, метр чем-то. Хер знает, короче. Будем это бревно заталкивать. Этим, да? Давай тогда сейчас я помогу. Эту яму, наверное, сколько мы ее копали? Час где-то, да? Не, минут 40 где-то, да? Минут 40 яму копаем. Мы сами копаем. Яму быстро вырыли, без песок было бы, да. Короче, для груши надо тут метров, метра полтора яма и бревно метра три, короче. Скапайте яму, кидайте бревно, засыпайте песком нормально, утрамбовывайте, как мы сейчас делаем. И все. И самое простое это накидать покрышек, короче, и засыпать. Нет, их камнями. Это самое сейчас тяжелое, сейчас кирпичи надо будет где-то искать, булочки. Тут получается нам надо будет пирамидкой вот такой сделать, покрышки. Ну, более широкие снизу, более такие узкие, маленькие сверху. Летние покрышки вы надо вверху. Это сделали для Валеры, нахуй. Кого? Это тебе на день рождения, нахуй, когда он идет. 7 сентября. Так а че, будем тут ходить, охерен уже. Тут... Завтра для нас Витя делаем скамью. Ска... Да. У Витька скоро днюх. Кстати, да, его видели. Короче, нормально. Сейчас посмотрим, что с этого вообще выйдет. Конечный итог какой. Будет он держаться, не будет. Но так как мы утрамбовываем, я думаю, нормально будет держаться. Да и при том яма какая большая. Да, ну оно сейчас. Мы закопали, что он уже вообще не двигается. Я же говорю, оно нормально. А еще мокрый песок. Вот как надо. Чем должны заниматься пацаны в молодости, блядь. А не бухать и курить, как блядь, большинство из вас делает. Хотя я не уверен. Большинство, кого я знаю, таким занимаются. Ну, что? Покрышек сколько, блядь? Что, 20? Нахуй? Вот, вот так да покрышек. Покрышек вот так будет. Что, 8, 9, 10? Нет, вот так. Зачем? Да. Ну, сейчас покрышек много надо будет притащить. Затарабаните покрышки. За 2 захода? Да, за 2. По 2. А мы можем еще взять на лопату, понял? По 2 ее так нести, как с гантелей. Да даже больше здесь можно нацепить. Еще 3 можно нацепить. Видеосъемку ведешь? Да. Как один пахает, а все смотрят. Как сделать тренажерку на улице, блядь? Да-да-да, лайфхаки, блядь. Я думаю, некоторых ребят это видео смотивирует делать так же самое. Ну, мы посмотрим. Да, есть такие вон, кстати, конченые. А там что, дитё с коляской? Да. Да, дитё, вон, тут то малолетки конченые. Таких мы еще будем наказывать. Но это в следующем видео, так сказать. Ну что, дырка такая?
Штаны порвал, блин. Не, ну самое эпичное было. Так еще такой треск, я наклоняюсь, так бум. Самое эпик фейл. Ну я лицо такое. Я же говорю, что записывал. Я думал, он черный, блядь. А я думал, он пилот ногой бахнул. Звуки, блядь. Я такой бах и чувствую холодочек у меня между ног. Блин. Принесли эти покрышки. Теперь будем тягать камни, нашли пакет какой-то. Пипец, да бомжары, ты шо? Да ладно. Он рвется. Он вообще, смотри. Я не знаю. Я не знаю, как засыпать ее. Я несу камни, блин. Я несу радость, а ты? Я несу камни, блин. Я себя таким бомжом чувствую, если отвечать. Мы что, в детстве, блядь, с такими сумками ходили, нахуй, что, блядь, сейчас такие ходим. Мы нашли это строительные, я эти мешки вообще перенаем, какой-то свалки лазим, сделали. Витя, ты что, блядь, сдох? Я ж левша, блядь. Давай, брат. Что ты левша, левша, блин, тяни говно. Тебе еще покрышек, сука, тягать. Сука, нам покрышек еще 6 надо. Да, ну 3 мы принесли. Еще где-то штуки 4-5. Еще, чтоб до конца, понял, набить эту хрень. Будет нормально. Ты шо? Ни один кирпич упирается прям между этих. Братан, я тебе говорю, я такой целый день, короче, таскал эти мешки по 30 кг нахуй. С кирпичами, они мне упирались тупо в копчик там, блядь, в лопатку, я хуй сильно. Ну я вспоминал, что мне 500 рублей заплатят, я ебашу. А нам не платят, блин, заметь. Так мы же для себя делаем. Это да. Для Валерчика вообще. Нормально. Ну блин, это сейчас мы столько еще тягать будем тех колес. Да-да. Да хотя бы до сюда, чтобы оно было вот так. Не, как раз будет по моему росту. Второй заход за покрышками у нас. Идем уже втроем. Еще по две затащим, как раз нормально будет. Ну я думаю, ну 6, я думаю, хватит нам. 6 штучек. Сейчас по 2 колесика. Правда, я не знаю, там надо немножко помягче взять колеса, потому что они сильно плотные. У нас нижние, получается, зимние покрышки твердые такие, а уже выше, там, второе, начиная с третьего, где-то уже мягкие, летние. Летние покрышки вроде как помягче, но в этом я разбираюсь. Я предполагаю. Да я видел, он уже там стоит сколько, разбитое. Потому что нехер гонять на скорости. Да-да-да-да. Вот слева покрышки, которые нормально можно брать с собой. Вот эти я брал, ну, самые такие твердые, понял? Надо, короче, их брать теперь по жесткости. Более жесткие не брать. Ну, ты бери вот так, дави сверху рукой. Сейчас вот тут вроде бы нормально. Ой, жесть, короче, печальная печаль. Ты присед, заебись, самый нахуй низкий присед. Снимай жопу, да, снимай, давай, давай. Правда мокрая. Не, не мокрая, нормально, давай. На фоне закат, о, татыш. На нахуй. Да, татыш. На нахуй. Смотри пальцы, блядь, пищи. Давай. Нет, а ты шо вообще? Теперь давай я колесо свое запущу. Я запущу колесо. Машина не едет? Нет. Бля, он еще упадет в лоб. Ты шо, я чуть не упал. Нормально, пацаны, несем. Кроссфит. Вот так мы развлекаемся. Дебил, ё-моё. Давай, нормально. Тяжело нести, кажется, сейчас лопатку сломаешь. Вот такая шняга получилась. Сейчас у нас отдых. А это мои руки. Ой, Витек. Хай-ю-хай. Ты шо, ты шо? Игра в кольца. Блядь, шо вы дебилы, отвечаю. Я сам. Да еще не одни хер, я уже задолбался же. О, победитель. Да. Пшут. Такая херня, короче. Реально бьешь? Смотри, вообще. Но они немного утрамбуются еще потом. Но так они нормально держатся. Бить можно, в принципе. Сейчас еще пара, еще один заход за камнями пойдем. И все будет окей. Кровью и потом мы это сделали, да? Открытие года.
засними, братан, засними меня. Кого? Тебя? Давай. Такая херня у нас, короче, получилась. В принципе. Нормально. Дальше тоже что-то построим, но мы еще в планах. Что мы хотим? Скамейку для жима и жим, да. Но это, конечно, более сложная конструкция. Сделаем, короче. Короче, пора домой хавать. Да, погнали. Мы это заслужили, Эля. Сейчас.